Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 6 на странице 31 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Сколько углов ты видишь на чертеже? Один угол, два, три, четыре. Четыре угла. Запиши обозначение углов. Первый угол Z. К И, второй Е А Р, третий угол М О Г и последний С Д Б. Сколько лучей? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь лучей. Запиши обозначение лучей. КЗ, КИ, АЕ, АР, ОМ, ОГ, ДС и Д, Б. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под.